В прошлой части наша группа из трех человек оказалась в Электрозаводске, самом опасном месте Черноруси. Здесь определенно где-то зомби. Почему? Здесь определенно где-то снайпер. Снайпер, это плохо. Или хорошо, потому что у меня снайпер, который можно взять. Сказать, дай снайперку, пожалуйста. Я так примерить, да? Я обратно залез в амбар. Ты ко мне залез? Где ты? В этом амбаре на втором этаже. Ладно. Но я тебя не вижу. Я потому что еще не загрузился. В аду нашел, Лех, нет? Лех, тут много, я не воду ищу, ты понимаешь? Ну найди воду, от воды мы умрем. А, без воды. Че ты не умрешь? Умру. Я слышал об этом сказке. Говорят правду. Че, Кирилл, ты где? Школа, знаете, где в Электро? Знаем. Подожди, куда ты пошел? Переливание было прервано, пакет крови потерян. Молодец, Рома! Сука, вообще спасибо. Идиот, ты че мне не сказал, что переливаешь? Отличный, Рома. Зомби идет, убей, убей сзади зомби! Где? Да вон же идет, ползет. Он ты снизу! Же... Ну все, если он не поднимается, то давай мне еще один пакет. Прикажись, мы потеряли пакет крови. Из-за тебя. Из-за тебя? Ты пошел, я тебе переливал кровь. А нельзя... ты не мог мне сказать, что делаешь переливание? Нельзя двигаться, когда кровь переливают. А ты что мне не сказал, что переливаешь? Нет, зачем? Ну ты же видел надпись переливания в крови в процессе. Нет? Вообще-то я только загрузился, ты уже переливание прервано. Ты уверен? Прикинь, да. Я тебе сейчас как... Ты пакет возьмешь? Не могу. Ну все, этот пакет тоже не перельется. Что ты бьешь сено, не бей сено. Ящик. Не сено. Дайте кровь перелью, спусти сюда. Что ж ты за человек такой? Не хочет. Стой здесь, я в спину тебя буду переливать кровь всю. Давай, давай. Переливание в процессе, ожидайте. Да ожидай ты уже. Все. Фу. Отпустила. Отпустила. Теперь у меня крови осталось 25 метров. Так, что с этим пацаном делаем? Если ты смелый и опять хочешь потерять свою кровь, иди убей его. Лех, ты что, выйдешь из Электрозаводска или нет? Скоро тебя ждать нет? Школу. Ну, Лёх, ой, пошли, Ром, встречаться там, где мы договорились. Куда? Давай, иди, иди, я не знаю. Да. У меня зомби мало. Там дверь открывается. Идёшь вперед и дверь открываешь, пошли. Вот эта дверь красная, красная дверь. Куда ты, Ром, пошел, бля, Рома? Вот эти ворота открывай, быстрее, на ходу, быстренько. Открывай, открыл. Бля, не успел, Рома, ты открыть. Они так-то не открываются. Не открываются? Ладно, да, бежим. Открыл, открыл. Бля, Рома, что ты напиздел? А, там зомби, лол. Уходим. Беги! Да, назад бежим, короче, обходим это просто здание. А там еще тот зомби садился. Надо через здание сюда бежать, когда зомби хочешь оторваться. Я просто побежал мимо зомби и даже не сад. Так, тюкеры, мне атаку ли. Да? Подожди. Чего ждать? Чтобы вот тот зомби, который ты сейчас идешь на него, он на тебя сзади. Не сагрился. На меня сагрились? Сзади. Сзади меня никого нету. Есть зомби, я тебе говорю. Ну я ухожу. Беги! Зачем? Он бежит за мной? Он бежит за мной? Он, скорее всего, сейчас заметит нас. Не надо делать так, чтобы он нас заметил. Тут сейчас целое поле, полное зомбаков. Спокойно, и все. Мы переходим через электростанцию. То есть, я думаю, к электростанции вообще не стоит подходить. Вдруг там снайпер сидит где-нибудь. Ну я, конечно, просто боюсь все время теперь этих снайперов после того одного случая. Ова. Ну когда Леху убили? А Лёха скоро придет, там, где мы договорились? Я тебе кусю эту гору, так что... Ну ты нашел антибиотики? Нет. Ну это зомби куча. Бля, как их обойти? Ну ладно, покер, напрямик. Вон, видишь, там... Там ангар. Зомби. Это не ангар, ангар, это маленькое здание. Ты туда. Ну если ты хочешь там найти что-нибудь, давай. Я тебя прикрою. Там, что-нибудь есть, скорее всего. Может попить как раз? Надо проверить все-таки, да, рискнуть. Тем более это безопасное место, кажется. Там зомбак есть один, ну ладно, мы потихоньку пройдем. Или убьем. Еще один, аккуратно, Кирилл. Да, Кирилл. Один ползет прям туда. Блин, тот прям туда, да, идет. Куда? Подождем. Ты так близко, не иди-ка. Какая разница? Ляг. Погодите, он нас не видит даже. Ладно, лучше лечь. Жопой, двигай быстрее. Идем, сиди. Чего? Он сейчас сам пройдет.
Ну, может быть, может быть. Пропрыгает, и мы... Можно вот туда только ползти. Ну, я не думаю, что там что-то прям богатое такое лежит в этом маленьком зданчике. Он прыгает. Прыг-скок такой. В детском садике. Хороводы крутят где-то там, вокруг этого здания. Я вижу, лежит там. Еще лежит кто-то? Нет, там внутри. Зомби лежит? Нет, там лом. Лом? Лом это... Лом, водка. Водка? Кола, что ли? О, бери, кола. Питьё. Ломик даже... Ломик, конечно, обидно терять, но у нас есть топоры. Зачем так, газировка. О, бери, одна газировка только. Магазин, пустая бутылка виски. Бля, пустая бутылка виски, я бы выпил. Я не пью, но все равно. А, нет. Взял? Да. Ты где? Газировку взял? Да. Ну выходи, пошли. Сейчас нам надо перебегать на ту сторону. Погнали. У тебя воды там много в теле? 50% где-то. Ну у меня вообще мало. Ой, да. А что я так перелез, интересно? Я уже наверху, ребятки, я уже. Мы идем. Кирилл, ты, тебе дать попить? Да. Ну сейчас до Лёхи добежим. Логично. А куда мы идем, Лёх, дальше? Дальше мы выходим из игры. Почему? Мне надоело. Ну ты злодей. Ну давай, наверное, встретимся хотя бы. Понятно. И Рома даст мне газировку. Завтра? Сейчас дай газировки. Завтра. Сейчас дай газировки. Лёха, есть газировка? Он не хочет давать мне газировку. Я тебе дам. Какой жадный до газировки даже. А где ты, Лёх? Конкретно где? Комната продолговатый. Алексей, ё-моё! Петербургский Алексей, ты где? Ну всё, Алексей пропал. Я здесь, чё? Ну где ты? Конкретно. Наверху, вверх идите по холму. Мы наверху. Ещё выше, на самый высокий? Нет. Скорее всего, нет. Он, мне кажется, ближе. Опа, кто стреляется? Ты, Лёх? Где? Стреляешься? Где? Не слышал, что сейчас стреляют с электростанции стрельба? Нет. Я слышал. Мне кажется, это по нам стреляли, кстати. Ляг, и надо Лёху найти. Лёх, ты где? Ты не слышал, что ли, выстрелы? Нет. Я выше поднялся. Дай мне газировку дай, Ром. Ладно, давай сейчас давай. Они нас не видят. Вообще у меня уже... Как будто насрал её. Это газировка? А, Пепси. Да. Да сейчас. Я, короче, Кирилл наверх поднимаюсь. Бля, кто стрелял-то на панам? Или это не панам, но это звук со стрелкой. Может, тут паром случайно ударил? Не, там прям... Ты мне в жопу, короче, выстрел прилетел. На этот, рядом с электростанцией, белое здание, там кто лежит? А, вот кто там лежит, сука? Вот этот чувак, наверное, стрелял, скорее всего. Опять там на этой электростанции кто-то забрался. Посмотрите кто-нибудь, он лежит или действительно, или он просто мертвый? Лежит, я вижу, он двигается. О, вот он стрелял, скорее всего, у него что за оружие? Снайперку, но он не смотрит в нашем направлении. Сюда кто-нибудь, идите быстро наверх. Куда я пытаюсь их убить. Так я наверху, я тебя не вижу. Где наверху ты? Я еще дальше ушел, дальше где электростанция. Выше дороги, да? Да. А заборчик видишь? Не знаю, короче, просто двигайся наверх. Давай, иду. Только холм с другой стороны обойди. Какой холм? Где он поменьше? А, вон я вижу тебя, вижу, я сзади. А нет, это Кирилл. Вот вы, я вижу. Тихо, назад, сюда. Пакет крови, срочно мне, рубайте. Давай. Антибиотики-то нашел? У тебя эмка лол, нахер ты выкинул? А, ты чё, калашников выкинул, что ли? А тот чувак со снайперкой, он там вас не видит случайно? А, я тебе случайно. Вот. Взял мне возьми кровь. Меня. Ну вот, вы так теряете пакет крови. Как я тебя возьму-то? Взял? Нет, я не знаю как. Открываешь мой инвентарь и берешь. Я вижу, труп лежит на белом здании. На крыше черной. Пускай, Лёша, это труп? Лучше Кирилл возьмёт. Не труп? Ром, блин, ну ты дурак, что ли, а? Ты скажи как? Я тебе говорю, снаряжение открой моё рядом со мной и покрути колёсиком мышки грёбаным. Нельзя так сделать, Лёх. Тебе дать болеутоляющий, Лёх? Мне предлагают тебе дать болеутоляющий. Я тебе дам болеутоляющий. Не знаю, почему мне предлагают тебе дать болеутоляющий. Держи болеутоляющий. Не могу я взять рюкзак твой. У тебя, Лёх, нет рюкзака. Как он тебя зайдет в рюкзак? Ты что несёшь? Он в инвентарь тогда не сможет залезть. Чё, я тебе в карман полезу? Мне дал болеутоляющий? Да, прими его, он мне посоветовал дать тебе болеутоляющий. А ты мне дал его? Да, я тебе его дал. Это пацан с ником... Нет, мне не давал. Нет, это...
почему-то показывает то, что это не... Это ты. Вон там кто-то бежит, видите, зомби? А, вижу, вижу. Не кашляй, что ты кашляешься? Так дайте мне кто-нибудь пилеть уже, сколько раз сказать на, ну. Боли утоляющие тебе надо, а не кровь, блин. Я тебе дал боль утоляющее. Оно такое красненькое, разноцветное. Я выкинул сейчас его на землю. Ну за... Возьмите кто. Вон, Кирилл, возьми. Зачем? Я его тебе даю, чтобы... Пилейте мне. Это кровь. Это кровь. Так я уже умираю, наркоман. Дайте, возьмите кровь. Я ее не вижу, где она. Бля, вот она лежит, но я не могу ее взять, лоб. Взял, нет. Возьмите кто-нибудь эту кровь. Взял, Ром? Быстрее, ребят, быстрей. Ром, взял, нет? Ты да, уже взял. Все, я взял. Дайте перелью кровь. Нет, я взял. Ну все, ты переливай. Лех, стой, не двигайся. А тот чувак нас сейчас убьет, пока мы тут бегаем, как вокруг дураки. Нет, нет, он смотрит, по-моему, в другом направлении. Он стреляет! Слышите? Да, я слышу. Он в Леху... А. Видите, он стреляет вокруг кучи зомби. Вообще. Я выкинул пистолет, Рома, возьми, пошли. Где пистолет? Пистолет возьми. Ты стой из монитора вообще, говори, чё где, чё как. Сейчас, давай. Так, мне главное сейчас тебя увидеть. А, вот, я вижу. Да вон зомби вокруг него бегают, они его сейчас убьют, кстати. Во-во-во, видишь, зомби вокруг него бегают? Вижу, вижу их. О, их очень много, он сейчас умрет 100%. К нему кто-то подбегает, это еще один зомби, да? Еще зомби. Бля, он сейчас, он пытается убежать от них, но у него шансов мало. На крыше там кто-то бежит, я вот не на знаю, крыше? Он живой или нет. Он мертвый, он не двигается. Надо его проверить. Вдруг двигается, так, Леху бы мне увидеть. Иди с левой стороны. Он не так идет, ты он пистолет не взял. Бля, ты что, оставил что ли его? Я не нашел. Ты дурак что ли? Нахер ты пистолет оставил-то? Ты дурак что ли, и ты пошел, да, без него? Бля, и где не пистолет? Пошел я. Я там же. Ну где он этот пистолет лежит? Боже мой, там видно же его. Взял команду, пистолет что-то... оставил, совсем что-то у нас еще. Вот Кирилл, он где? Ты видишь его? Ты зачем ушел с того места и не взял пистолет? Вообще-то мы здесь сидели. Ну ты в курсе, что тут трава, ты его сейчас в траве будешь искать, как ненормальный. Лучше бы я взял тогда. Давай, Кирилл, ищи я пока Леху. Ага, пока ищи, такой охренешь. Взял, оставил пистолет, который ему Леха дал. И сам пошел дальше куда-то там. Дурак, что совсем, я знаю, что ли ты Лех, ты где? Ты уже иди в это вот здание пошел? Лех, я не советую тебе идти. Блять. Лех! Че вы стреляетесь? Ну все, там пиздец наступил. Опа! Кто стреляет? Сюда что стреляет? Нет, нет. Я умираю, быстро переливание. А-а-а! Ты его убил? Я потерял сознание. Ну все. Убит. Он тоже теряет сознание. Ты убит. Там сколько человек? Два человека было, по-моему. Идите срочно, короче, сейчас бегите, у него до хера. Смотри, смотри, кто-то бежит прям туда, в электростанцию, Рома. Я вижу, нам, он сейчас заберет все вещи, он сейчас все вещи заберет. Ты что? Чем ты его собираешься убить? Пистолет? Топором. Кирилл, ты сам тоже беги. Так ты пистолет, Рома, где он этот пистолет? Куда ты его положил? Да беги без него уже, что ну ты прямо. Там мы все умрем сейчас, ты что, с ума сошел? Я не буду так делать. Я хоть один выживу. Ну ладно, я побегу. Ай, иди в жопу. Да ладно, я схожу. Да, вот смысл, вот реально, смысл в тебе вот то, что ты играешь вообще с нами, от тебя никакого толку. Ну, я хотя бы прикрываю вас. Только убиваешь нас, берешь кучу зомби и приводишь к нам. Вообще-то вещи нахожу и сейчас мониторю. Ты меня видишь? Ты за тобой зомби побежал, ты с другой стороны зашел. Ну я смотрю все, где вы. Он, скорее всего, зашел прям в то здание, где Леха умер. А где ты, Леха, умер? На каком этаже? Да, Рояш. Так. Я по лестнице, Кирилл, видишь ты меня? Ты же там же, внутри? По лестнице наверх поднимаюсь. Так, хорошо. У тебя оружие есть, Ром? У него есть у меня топор. Топор. Ты такой удот, а? Но он же не взял пистолет твой. А смысл было идти без пистолета? Это смысл? Я тебе его специально и дал. Он решил его не брать. Я вижу его. Он прям там, короче, у забора, у границы. Сука, нахуй я сюда пошел? Я-то тоже лег с топором. Послал меня с топором зачем-то. Разбираться с парнями. Ром, ты его видишь? Он внизу. На выходе из этой хуйни. Я умер. Как ты умер? Бля, ребята, вы чё? Да вы дураки совсем, что ли? И у вас пакеты крови все были. Чё, резаемся или выходим, или чё? Да уж. Ну вы даёте. Я нахуй побежал. Не появится там, сейчас я возьму оружие и... Электростанция вновь притянула к себе смерть. Но напряжение только нарастало. Теперь мы должны были отомстить.
Продолжение в следующей части.